Депутат Ленинского городского округа Владислав Рымша сделал подарок детскому саду «Ромашка». С дошкольным образовательным учреждением у народного избранника давняя дружба длиной более чем в 15 лет. Пару недель назад заведующая детским садом обратилась к Владиславу Рымше с просьбой приобрести промышленный холодильник. В связи с летними температурными рекордами имеющиеся обычные холодильники не справлялись. Овощи и фрукты начали портиться. Проблема стояла остро, но депутату удалось ее решить в короткие сроки. Огромное спасибо Владиславу Валерьевичу, просто огромное. Это человек большой души. Бывают какие-то небольшие проблемы в детском саду, но он всегда, самое главное, вовремя помогает решать эти проблемы. А это очень важно для детского сада, потому что вовремя купить холодильник, пока жаркое время, это самое главное, а не получить его через 2-3 месяца. Новый промышленный холодильник предназначен именно для хранения овощей и фруктов. Он поддерживает оптимальную температуру. Получается помогать не только у себя на округе, но и на округах своих коллег. Ну, исторически так сложилось, еще раз повторяюсь, 15 лет мы детским садиком взаимодействуем. Это не первая покупка, приобретение, да. Вот, на мой взгляд, это вот некое шефство над этим детским садиком мы взяли. Нам очень приятно, что мы делаем такие подарки, особенно коллективу этого детского сада. Так мы еще и понимаем, что мы делаем для детей наших эти подарки, поэтому все, в общем-то, на благо нашего молодого поколения. Заведующая детским садом поблагодарила депутата за подарок и надеется на дальнейшее внимание со стороны народного избранника.